Друзья, всем привет. В общем, фундамент я залил. Уже обед. Теперь можно жарить шашлык. Вчера замариновали ночью шашлык. Где-то часов в 12, вот так ночи. И сейчас уже полвторого. Считай, 12 часов, больше 12 часов мариновался. Это у меня сам маринад. Здесь у меня уксус, лук, перец, соль и аджика. Китайская такая острая. И это просто тушить. Вода и здесь уксус чуть-чуть. Лук я пожарю отдельно. А хотя, сейчас закину ее, какая разница. Пусть прожарится. Как раз начало лета, пора открывать сезон шашлыков. Вот мы и откроем. Тем более, дело сделано. Большое дело, я считаю. Уже подрумянились, стали меньше кусочки, вот такие кусочки уже. Так, по моим ощущениям, он уже приготовился, кроме вот крайних двух. Еще чуть-чуть пусть постоит. Маринад какой вкусный. Еще можно этот соус какой-нибудь сделать дома и в соус макать. Вообще будет идеально. Нужно поубирать кое-какой. Вот этот и вот этот, наверное, тоже. Еще 5 минут пусть потянется и все. Во. Три палочки. Три забираем. Лучок поджарился тоже. Наверное, тоже забираем. На улице жара невозможная. В воскресенье вообще будет капец. 35, по-моему. А, в понедельник 35, в тени. На солнце, наверное, все 45 будет. Приму душ. Сяду. И буду есть. Дашка, мама. Втроем. Как пахнет. Так, все. Все, надо срочно идти мыться и есть. Аромат невозможно. Желудок аж начал болеть. Всех поздравляю с началом лета. А меня с открытием шашлыка. И заливкой фундамента. Так, все, идем домой.